Всем привет. Я в наушниках, так что будет слышно мой голос там по стороне звуки. Короче, мерим морковку. Ну, мы зашли на ту серию, где уже 15 человек, а после него я розовая. Даже не видел мой скин, я постоянно меняю цвета, и соответственно с цветом я меняю свой скин. А, блин, я коричневая. А дайте мой розовый. Вот видите, у меня розовые наушники, такой костюмчик. А, кто-то еще сказал. Я уже дал... Ёп. Ой, здесь сколько заданий. Ой, ё, чё я туплю? Да ё. Мне кажется, Мария. Реально, это всегда так. Вы коричневая или оранжевая? Скажите мне, пожалуйста, уже. Не коричневая. Я теперь почему оранжевый. Короче. И ничего страшного. Я не знаю, что здесь делать надо. А что? Освещение. Да электро, как пешком до Китая. Красный. Нет. Красный. Она сейчас убила прям при мне и при ком-то еще. Это бордовый еще. Сейчас красный окажется предателем, то это бордовый. Потому что он написал нет, он защищает красного. Я сразу нажимаю кнопку, это бордовый. Блин. Где бордовый? Давай, давай, убей. Убей меня при всех. Отстань. Нажимайте кнопку, это бордовый. Розовый инженер. Сколько у нас предателей? Это бордовый. Она сейчас защищает красного. А если три, то это еще и розовый. Бордовый, бордовый. А розовый аккуратно. Нет, это не он, он меня сейчас поубил. Два раза еще. Обнаружен труп. Бардо убили. Это розовый. А почему он защищал красного? Это этот красный предатель? Он? Нет. Возможно, розовый просто как типа он инженер.
Или разве сейчас только петицию напишет? Короче, я за розового. У нас, в принципе, один предатель, походу, остался. Если мы сейчас покинем того, и два предателя, то еще на кирдык. И на сколько предателей? Один, хух. А кто предатель? Кто, белый, что ли? Нет, белый не надо. Нифига себе, он улетел. Здесь какой-то питомец лежит. Опа, это чё, чёрный? Мне кажется, это чёрный. Давайте код пока заполним. 9, 8, 3, 4, 3. Готово. Есть ещё какие-нибудь задания тут? Затащим заданиями. Тут очень много заданий. Ого, щиты. Еще никогда не делал никаких заданий. У меня здесь что-нибудь есть, у меня здесь что-то есть. А, листики. Угу. Вот эти точки хочу, они очень классные. Ой, починить проводку ненавижу. Давайте побежим вон туда. О, напиточки, напиточки есть? Напиточки, напиточки. У меня напиточек нет, свой. Мне мечта попробовать на аршипе, как выполнить напиточки, как их что делать. Вот здесь. Что это? Северосенсон. Северосенсон. Ага, кто у нас на Югосенс? Все тут. А как выйти? Короче, все с этой стороны. Походу, все туда ушли. Я с вами. Это был какой-то... Это был банан. Я хотела посмотреть, что там, кто там сидит. И, кстати, мы скоро с вами купим нового питомца. Я не знаю, если получится, я сниму длинный ролик. А если не получится, то на несколько частей его разделю. Ой, красота. Еще поиграем в башню. А, да, в рок. Сегодня, кстати, пятница, завтра суббота. Я буду отдыхать, сидеть и кайфовать. Я даже сегодня в школу не пошла, потому что мне не надо. Ваша роль член экипажа. Ты уже поняла, что так опять много заданий. А что сделать-то надо? Делать надо. Ты же Фиолетта убил. Мне кажется, Морет, если в толпе. Эзер получил бежевый. Я белый. Ну, я попробую белого, но я пока. Возможно, еще и вот этот бежевый тоже продать. Предал. Возможно. Ну, давайте белого попробуем. Если это не белый, то это бежевый. Бежевый. Это реально написано бежевый, а не бежевый. А какой цвет? Смотри, какой цвет. Это бежевый. Бежевый, я оранжевый.
Да что, так много, да, заданий и время. Забери зарядку кнопки, а? Бежевый сос. Это бежевый, он не чинит. Это бежевый, короче. А, бананы розовые, нормально. Чё не сливали тогда белого, они не сливали, его сливал бежевый, так нечестно. У меня, кстати, 3000 бобов. Я не знаю, что я могу купить, но я куплю на себе на питомочка. Я не знаю, кстати, там какой питомец можно купить. Я оранж. Можно мне выбрать розовый? Я в розовом костюме. А можно белый? Я, блин, белый не могу выбрать. У меня нет больше цветов нормальных, чтобы мне костюм сделать. У меня есть цвета как для белого. Блин, не могу. Блин, я даже не показала шапочки свои новые. Короче, там много нашла. Еще наушники разных цветов. Это очень классно. Ну, я член экипажа, как же еще? Это есть свои плюсы. Даю мою. Ну, короче, инженер, все понятно. Я побежала сразу в столовку. Вот скан есть, у меня нет скана. С жаликом. У меня здесь нет заданий. Я хочу напиточек. Дайте мне напиточек. Это напиточек или не напиточек? Скажите, пожалуйста, у меня мусор. Спасибо. Я мусор не выкинула. Спасибо. Вот точно. Так. Маленькое было отступление. Мне позвонили, меня выкинуло с сервера. Давайте пойдем сюда, что ли. Понятно. Так. Давайте 7/15. Играть за скилл. Ну, не знаю, можно не за скилл поиграть. Короче. Мне уже почти 1000 этих штучек. У меня больше тут ничего не покупать. И когда... Как бы... Когда мне поменяют это, когда я могу две вещи купить? Мешайте. Это нам не надо. Потому что у меня также розовый остался, у меня есть голубые вещи. Да, у меня есть голубые вещи. Надо быстрее делать голубой скин. Вот так, такая светяшка у меня есть. Вот такое это. И маска тоже голубая есть. Пусть все. Готово. 10-15, ну что, поехали. Ну, поехали, поехали. Я готова. Привет, я готова. Привет, ясно. Чё, сиреневый, что ли, этот? Программист пилок. Ну, как, что ли, теперь? Поменяйте этот. Арту, я не хочу на скелде играть. У нас 3 предателя.
Хочу, бы я была предателем, и мне было поменьше времени, чтобы я быстро всех убивала. Ну так мы будем играть или нет? Скажите уже. Так все, начинай давай уже. Да ёкар. Ну, вкусняшку тащу пью. Сейчас надо посмотреть. Я не выкупаю твой прикол. Твой прикол мне не зашел. Как и я тебе в член на экипаж. О! Стой, инженер. Это уже что-то. Пошли посмотрим, у нас стрельба есть. Чего все покидают игру? Чего все расстроились, что мы на заскелде? Сюда белый бежал. Синий маскан. У нас что, анимки отключены, я не поняла. Понятно, синие не предачи. У меня там колбочки что ли были? У меня мусор. Я хочу кинуть мусор. Это бордо. Это бордовый был. Да сплыл. Так нечестно. Ладно, все равно выкину мусор. Ничего, что за бордовый из люка выпрыгнул. Ай, карточка. С первого раза не мой труп нашли. Я голубой. И толком. Они все по одному человеку убили. А белый привет? А, ой. Я не проголосовала, но я бы не за белого проголосовала. Ага, ну спасибо. Просто выиграли. Дайте. Так, надеюсь, желтый не прет. Еще не кинул мусор. Бежал, палит. Так, кто-то кого-то убил? Нет, никто никого не убил. Люк. Мало еще отданем. И мы проиграли. Бордовый лайм. Я не помню, кого я защищал, но я кого-то защищал, но это был мне привет. Блин. Я хочу быть белым. Буду менять себе скин на белый. Вот такой костюм есть и вот такой костюм. Ну, я вот этот выберу. Убираю белую маску. Там у тебя кустик. Вот это что такое? Вау. У меня столько всего. Настолько этих прикольных. Вот это самое классное, кстати. Где мне еще покупать такие штучки? Я не знаю. Стоим, подождем. Вот. Вот такой питомец, который банан. Вот видите, цвет банан. Он классный питомец. Вот такой питомец, там еще какой-то питомец за 5000. Я коплю, чтобы купить этих питомцев. Ну, одного из этих питомцев.
Давайте в магазине нужно посмотреть, что тут. Тут 2000. Ого! Вау! Сумма течение 40 дней. Это же классно. Тут есть питомец. Если тут нет питомца, я не буду здесь делать ничего. Тут есть питомец. Нет, ну тут до него слишком долго. Короче, давайте посмотрим, вот здесь что есть. Вау, вот они где такие прикольные покупают. Что за 300? Я хочу вот эту купить за 300. Я здесь вроде как бы купила. Питомцы. Вот, смотрите, вот такой есть за 5000. И вот за 5000. А вот это за 42000. Это курочка. Это праздничный бегуночек. Это рождественский козел. Кузел. Я вот не на него куплю, а на вот этого хочу накопить. И что здесь? А вот этих ноль я не могу здесь ничего купить. А что здесь? Питомец есть какой-нибудь? Питомец краб. А, я не знаю. Я хочу с псом. Я хочу себе песика. Если тут есть с песиком, то я себе возьму песика. У нас какой-то еще питомец. Ого, тут питомцев. Еще, кстати, питомцев по 500 почему-то. Я не знаю, покупать вот это, чтобы тут выиграть камушек. Не знаю, ладно, буду копить себе на питомца. Пора в Минрианкаунт. Короче, я не знаю, как мне... Давай, даже не можно? Нет, нельзя. Я хочу другое себе имя. Нормальное. Почему-то мне нельзя выбрать имя. Давайте попробуем обновить Among Us. Если он реально обновится, то как бы будут шансы, то что там можно будет обычный чат, так. Among Us. Обновить. Как мне один раз, скажите, обновить? Что нового? Перевести. Скажите мне, пожалуйста, как его этот обновить? Ну, я вам поставлю 4, потому что... Нету. Обычного чата. Все, не буду еще. Нету обычного чата. Публиковать. Готово. Какие тут отзывы есть? Нету обычного чата, да. Я не знаю, что мне делать, как сидеть, как пировать. Ля-ля-ля. Ч?
чего это? Короче, не могу я обновить. Чё, давайте убрать себе имя. Я хочу вот это имя. Пользование. Я не знаю, может тут что-то настраивать нету. Не будет подарки. Какие подарки? Я не знаю, какие подарки нафиг. Чего на это? Ну, до сегодня ролик, ну, сейчас ролик закончен. А если что, сегодня еще идет по какой-то игре, это и будет еще один ролик. Так что ждите сегодня.